наши люди, видно сразу. Здорово. Ну что, вы, скучали по мне? Вообще фон за***, да? Че, давай интруху запишем? Давай. Добрый вечер, дорогие друзья. У нас 3 часа дня. Посмотрите, какие мы крутые. Мы дошли до уровня Харламова, мы тоже в грим-вагонах тусуемся. Позади вас находится наша локация. Согласовать ее было просто невероятно сложно. Но мы это сделали, и сегодня будет самая большая и сложная смена в нашей жизни. Запасайтесь терпением, сегодня будет классный бэкстейдж, а мы готовы идти снимать. Привет всем! Ну что, добро пожаловать на съемки клипа «Скукачечно» Даши. У нас сегодня невероятная русская сказка, и вы будете участвовать в этом. Погнали! Если говорить коротко, у нас сегодня русская сказка. Даша будет у нас в образе царевны. Мое камео тоже сегодня будет в этом клипе. Я режиссирую, продюсирую, еще и снимаюсь. Короче, Тарантино, а тут и... Что у вас тут происходит? Пару слов туда-сюда. Пару слов туда-сюда. Сегодня снимаем с***атый клип, так что ждите, мы сегодня разъедем. Сразу видно, что ты молодая. Старое поколение отдыхает, медитация. Она дышит маткой. О, да. Это Юрик, наш император. Привет, познакомься. Юра сегодня будет нас снимать. Клип, в смысле. Сегодня настроение легкое Волочково с настроением Руси. Волочково не больше 40 градусов. Нет, 20 градусов. 40, знаете ли, это уже такая твердая Волочково. На фагазе будешь сидеть? Ну... Или жидко. Надеюсь, что сяду под конец. Как раз таки. Что у нас сегодня может пойти не так? На освоение приехали. Сегодня может пойти не так, но учитывая, что я написал тут в шот-листе по полчаса переходов, а такого не бывает, ну, невозможно. Может пойти на время. Куда пойти? Нахуй! Ты сказал, ты шаришь. Шарю? Да. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, ты, бля. Ну, пусть он просто объяснит. Я делаю вид, что я понимаю, что я делаю. На самом деле, я не понимаю. А это Олины ногти, да? Да. Классно, она молодец. Да. Питерский. Я держу дом. Что, москвичи? Или просто. Это люди вообще, не наши люди. Наши люди Питер. 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 Hello. Да, привет. Не кажется ли слишком красиво? Да. Как все с золотистом заиграло. Может, штатив принести? Не, мы можем еще выше делать. Я к тому, что мы делаем еще выше, потому что кокошник, он примерно вот как моя рука. Вот в длину локоть. Что, как она? Ой, это замечательно. Сегодня у меня настроение одеть розовую шапочку и немножечко выделиться из толпы, знаете ли. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Когда есть такой вайб, то оно как-то все не чувствуется. Ну, я, конечно, не пробовала с этим прям ходить по улице, но самое страшное, что мне может понравиться, и я буду так всегда ходить. Так. Дальше. Переход на общие танцы, пожалуйста, всех танцоров сюда пойду. Вот это должно быть спереди. Ребята, нет, плохо. Что думаешь? Аккуратно. Да бомба. Я бы замутил с ней. Девочки, все трусы поправьте так, как они должны быть, не стринги. Чтоб это было прилично, дамы. Извращенки. Аккуратно только снимайте, чтобы не осталось бежевых следов. Мы уже начинаем или нет? Да, ну где же все, не ты одна. Все, пойдемте, снимайте кокошник, мы идем без кокошника, значит, все. Хорошо, чините. Девочки, кто готов, идите в кадр, я вас прошу, не стойте. Юра, а знаешь, где встать?
И хей, и ра-та-та-ра-та-та-та. Хей, воу, ца-ца. Жум-жум, эй-эй. Да, веселей, и че, вы че, блядь? Да, Наташа? Я не понял. Что не слышит? Вы не получите деньги, если не будете веселиться. Все, тишина на площадке, никто не ходит, ничего не делает, все замерли и наслаждаемся. Можете хлопать, веселиться, радоваться. Приготовились, камера. Клип снимаете. Клип снимаете. Да. Мне кажется, он здесь сейчас второй. Подожди, где-то. Я вынесу. Полегче, про любовь лечил весь вечер. Пил вино, кино, иду на свечи. И такой красивый, но не легче. Веселее одной с тобой, пуха чечет. Были тет-а-тет, теперь разлука. Парень, забывай меня по клубам. Видишь, я танцую, бери руки. Любовь, скука, скука, скука. Свет, все, свет уходит, мы идем на ту стену, все, пожалуйста, собираемся, художка, все туда на улицу. О, мы сняли сейчас внутри, это было сложно, мы опять не успеваем, но это классика. Я не я, если я не успеваю. А сейчас будет интро с шутом, шут будет говорить монолог. А дальше мы будем здесь снимать танцы и потом пойдем туда снимать интро с Дашей. Я думаю, что все получится, хотя мне команда по свету и оператор говорят, что ну, мы ничего не успеем. Мы успеем, вот увидите, это будет разрыв. Вместе поднимаем, аккуратно. Снизу берите, снизу, снизу, смейте снизу. Стоп, провод. Стоп, 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 стоп. Охуенно. Гамарджоба, гамарджоба Барби, гамарджоба Кен. Ну вот, что вы знаете о многозадачности вообще, господа? Вон там люди бутерброды носят. Я сегодня еще грузчиком поработал. Столько профессий. Ребята, отходите. И все, и режиссер получается. И артист, и сценарист. И художник. Художник. Что не сделаешь ради жены? Слишком старая для этого дерьма. Да, вы не смотрите, я такого не говорила. Я считаю. Еще есть порох с пороховницу. Если я сейчас полечу, то сделаю это красиво через кувырок. Ой, опасно, друзья. Шик, шик, шик. Стоп. Да, как красиво и спокойно в нашем царстве. Полегче, про любовь лечил весь вечер. Пил вино, кино, иду на свечу. И такой красивый, но не легче. Веселее одной с тобой, пуха чечно. Были тет-а-тет, теперь разлука. Парень, забывай меня по клубам. Видишь, я танцую, бери руки. Любовь, скука, скука, скука. Скука, скука. Алло. Сейчас. Алло. Ну, тяжелое, оно оторвалось. Понимаю. Терпите. Вы придумали это платье. Терпите, приделайте. Мы еще одну проходку делаем, лифтинги, и идем на интро. Я говорю, еще нужен один дубль. Если я говорю, значит, надо просто делать, понимаешь? Я понимаю, что мы теряем время, Даш. Я тоже тут участвую в съемке и понимаю, что как происходит. И вижу это время. Мне надо, чтобы ты прошла еще в этом платье еще один раз. Происходит. А ругаться нельзя, да? Выпить, сейчас, подожди. На, подержи. Ага. Готово. Вот так вот, такая работа. Мистер Пропер все помыл. Но любовь не вечна.
Мне надо, чтобы вы сели сейчас. Одна сюда, вторая сюда. Сели как? Нет, вот так. Писю закрыли этой коленкой, да. Да. Скукачечно вы всегда поете. Ага. На скука-скука вы всегда плачете. На рэп-часть у вас всегда руки. И я еще... Спасибо большое. На суши наряженные я хочу, чтобы вы убирали. Жена мне пи***лась. Очень прикольно было. Проехала камера, и ты прям угораешь. Ну, типа, это классно. Прям руки не воговские, а такая. Это типа, йоу, чувиха. Должна быть такой не вог. Окей, это слишком плоско. Мне скучно, мне с тобой стало скучно. Ты звонил, писал, но мне не нужно. И вокруг тебя полно подружек. Да, ты самый лучший, да, но мне не нужно. Без тебя я пропаду, конечно. Ты кричал, пожалеешь, сумасшедшая. Думала, любовь, но не навечно. Агрессивно, Лиза! Ой, ну это просто нереально красивое что-то. Я сама сижу, я просто в восторге. Это очень красиво. Я думаю, что будет какая-то пуш. Извините, конечно, это не скромно, но так, по-другому мы не можем. Ну вот, короче, знаешь, говорят, устал или нет, я говорю, как тут устать, когда деньги с лицевого счета такие к нулю. Ну классно, видите, я улыбаюсь. Мы в целом, типа, вроде как, где-то должны быть в тайминге. Ты сказал, ты шаришь. Шару? Да. Шару. Ты чё творишь, ёпты, твой рот, ты, блядь! Да всё, тихо, я сейчас... Ну, сейчас вот тут нагоним, Юра переживает, конечно, стоит. Ты можешь пойти у него поинтересоваться, что он переживает. Юра, чё переживаешь? Он что успеет. Он говорит, что я не успею. Вот увидите, я успею. Не, он не то, что, типа, знаешь, он не как хейтер, он просто, типа, такой, ну... Ну ты... Ну мы ни хуй не успеваем. Валера, назвал. У мужика пи***то конь должен быть. Хоть и деревянный, маленький, но, знаете ли, какой-то хотя бы. Одного сильная сила. Не пешком хотя бы, да. Самое главное, чтобы ты работал все время, видели твое лицо, понял? Ага. Можешь вылазить оттуда, как бы выскакивать. Хорошо, сейчас. Важно все отыграть каждого. Смотри, принц блогерский. А такая, скучно. Я такой, подожди, подожди. Принц тиктокерский заграниченный. Она такая, надоело. Окей, принц рэперский. Она такая, скучно, скукачечно. Ты такой, они разворачиваются, убегают туда. И ты подходишь туда и смотришь, подожди, подожди. И мы это, типа, как бы уже под музыку будем видеть. Все, ребята, приготовились все на исход. Ну, пожалуйста, все покиньте площадку. Начали. Скучно. Будет сейчас все. Первый в нашем списке принц блогерский. Нет. Ладно, тогда принц заграничный тиктокерский. Надоело. Ладно. Ты сделал прям, блядь, как робот, нахуй. Как я представил, ты, блядь, так и сделал. Сейчас еще технический и отдельно вас и танцуем. Все, let's go, на исходную. Приготовились? Чуть ниже, ага. Юра, давай лучше поднимем, ниже штатив, наверное. Приготовились? И начали. Принц. Рэперский. Свуш, мазафака. Свуш. Давай еще раз, садись. Еще раз. Ты мой хороший. Как самочувствие, как настроение? Силы, вот они вроде покидают меня. Ну, сейчас в Кока-Кола хот-дог залетит прям. Я думаю, силы пополню и нормально. Время сколько? Ну, до 6 утра, я думаю, мы выживем. Ну, в 6 утра мы выключимся все в хлам. Ну, в 3 часа дня мы заехали. Это получается... С 3 до 6 это 3 часа, с 6 до 12 это 9, и к 9 еще прибавить 6 это 15, да? Наверное. Я правильно посчитал? Не знаю. Короче, сутки, давай возьмем сутки. Теперь курить можно. Пожалуйста. Спасибо. Скукачечно, 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 скукачечно.
Мы в жопе. Покажи, покажи, покажи. Это типа Витёк? Дубляр. А вот Витя. Подтяни его ещё к себе. Уфа. Так, ты можешь мне ради... Он проявит. Вот и спали. Ничего себе. Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла. Егор, имитируешь то, что ты запрыгиваешь? А что ты как NPC прыгаешь через каждые 3 секунды? Как объяснить ему, чтобы имитировать? Типа такой подтянулся, второй раз подтянулся. Просто создавай типа ощущение, что не подпрыгивай просто через каждые 5 секунд. Это очень тупо выглядит. И начали! Прыгай! Давай! Что это за сетка? Это типа дыра. Должна быть плотная черная ткань. Нужна черная ткань, платок черный. Это не подходит, это какая-то... А что это за сетка? Мне нужна черная ткань. Ну, нужна черная любая ткань. Просто, да, все. Наоборот, переверни. Что? Наоборот, вот да, так. Наоборот. Селей. Надо. Нормально? Да. По команде сейчас держим меня и потом на метр вперед. Все поняли? Да. Окей, приготовились. Держим. И начали, держим. Я скажу, когда опускать. И давай. Стоп. Было? Стоп, стоп, покажите. Еще раз, еще один дубль. Чего никто не сказал, что мы с шапкой? Еще один дубль, еще один дубль. Ну ладно, разберемся там. Мне супер понятно, как у тебя кепка одета. Честно. Ну, конечно, тебе не важно. Тут весь клип ты наряжен, тебя красили вокруг себя. А я эту тряпку не могу нормально одеть на себя. Конечно, не важно. Пожалуйста, стол сюда какой-нибудь. Сколько можно говорить о любви? У нас посветлело из-за задержки, из-за большой. И небо начало так невероятно светить, что нам приходится ставить вот такие джамбики для того, чтобы перебить этот светлый день уже. И мы делаем последний сет. Даша на ракушке. Музыка играет и становится лучше. Ты говорил, что я истеричка, я хуже. Сегодня ухожу, и мне повод не нужен. Не нужен, не нужен. Все, ребят, спасибо всем большое. Мы закончили. Сил нету на вот это. Да, у меня тоже. Я душе радуюсь, но... Да. Ну что, мы закончили это. Иди к Дашке, спроси у нее, как у нее ощущения. Очень классно все. Все быстро пролетает, очень долго готовишься, и вот так все быстро пролетает за одну ночку. Вот, я очень безумно благодарна всей нашей команде, потому что каждый человек, который здесь находится, это наш друг или друг нашего друга, который почему-то тоже нам помогает. Это очень мило, когда ты видишь, как одновременно такой большой организм существует, что-то делает, и все друг друга понимают с полуслова. Это, конечно, просто бесценно, друзья. Цените своих друзей, цените свою команду и работайте всегда с теми, кто в первую очередь за идею, за результат. Вот. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Сколько